Тоник от Джесси, три цвета на выбор. Мягкая, приятная, вискозная ткань. И посмотрите, какие сочные расцветки. И как же хорошо садится по фигуре. У нас такой приятный размерный ряд. Я обожаю. От 42 до 58 на любую фигуру садится идеально туника Джесси. Ну и, конечно, я для себя выбрала эту тунику не случайно. Это потрясающий лот, который очаровал меня просто до глубины души. И потом, такую тунику вы сможете надевать хоть куда, не только в качестве домашней одежды. Вы можете поехать в ней в отпуск, на море, поехать на дачу, встречать гостей, и все лето вы будете с восторгом проводить в тунике Джесси. Посмотрите на Оленьку, она собрала прекрасный комплект. Она выбирает леггинсы и тунику Джесси. Изумительное сочетание. Готовый, универсальный, комфортный, главное, комплект. Туника Джесси – это трикотажное полотно, приятное к телу. Давайте разбираться, в чем ее уникальность. Конечно, во-первых, бросается в глаза принт. И я хочу сказать, у нас прекрасные три цветовых решения. И я для себя выбираю один из них. Посмотрите, какой эффект. И восхитительное буквально сочетание. Здесь и огурцы, и цветочный принт. И, конечно, все это на нежном-нежном нежном розовый фоне. Они так освежают, розово-фиолетовые. На вешалке у нас второй цвет, сиренево-бежевый. Ну, вы можете в колл-центр, когда будете звонить, скажите сиреневую, то Нику Джесси вас поймут. И третья расцветка. И третью расцветку демонстрирует наша модель. Вот, пожалуйста, на Марине синий цвет. Синие цветы. Вы посмотрите, как эффектно смотрится. Вот роскошное предложение. Я хочу сказать теперь немножко подробнее о тунике. Во-первых, я хочу поделиться своими ощущениями. Я себя в ней ощущаю очень комфортно. Эта ткань трикотажная. Она очень удобная, мягкая к телу. Это вискозная, дышащая ткань. Давайте теперь все в деталях рассмотрим, разглядим. Обратите внимание на вырез горловины, V-образный вырез. Насколько все продумано. Обратите внимание, как у нас открывается зона декольте. И за счет выреза V-образного еще больше удлиняется силуэт. Смотримся мы стройнее и привлекательнее. И очень нарядная туника. Ты знаешь, Оля, у меня был такой случай. Однажды мне подарили розы. Но если бы это были просто розы, они были какие-то необычные. Они были вот такого сиреневого оттенка. Вот это сейчас, да. Оказывается, модно. Есть такие технологии, которые позволяют живые цветы выкрасить в такие интересные цвета. Но наша туника украшена вот этими сказочными сине-сиреневыми розами и смотрится изумительно красиво. Конечно, и мы двигаемся дальше. Итак, V-образный вырез. У нас цельнокроенный спущенный рукав, очень удобный и комфортный. Посмотрите, какая хорошая пройма. Абсолютный комфорт, абсолютная надежность. И опять же, посмотрите, какая здесь у нас вентиляция. Для лета, для жары это очень важно. Трикотажная ткань. Посмотрите, какая она легкая. Садится хорошо, ничего не облегает и не выделяет никакие нюансы нашей фигуры. Вот, посмотрите, знаешь, как хорошо. Ты прикасаешься к этой ткани, и видно, что она легкая, видно, что она дышащая. И я тоже, мне нравится трогать даже на ощупь эту ткань. Я только могу себе представить, девочки, как вам удобно в этой тунике. Ну, просто потрясающе. Я хочу сказать, что в этой тунике можно легко отправиться. Летом хоть куда, на дачу, в отпуск. Можно поехать в санаторий. Можно поехать, я не знаю, буквально хоть куда. Комбинируйте с леггинсами, с шортами. И носите хоть, я не знаю, вот действительно в гости можно поехать. Универсальная, да. А еще, ты знаешь, на каждую фигуру. Абсолютно неважно. Вот носите вы до 58-го, 58-й размер, да даже 60-й. Наша туника подтягивается. И, конечно, я хочу теперь сказать немножко еще по деталям. Длина, посмотрите, какая хорошая. Обратите внимание, легкая ткань, не спадающая, струящаяся вискозная ткань. И длина. Длина посередину бедра. Это очень комфортная длина. Она прикрывает классика, все, что хочется классика. Прикрыть. Скажи, прямой крой ничего нас не сдерживает. А прикрыто сзади бедра. Изумительные цветовые расцветки. Вы только посмотрите на эти сказочные фиолетово-синие розы. Они меня просто влюбили в себя сегодня. Спущенный рукав. Это я резюмирую, Оленька. Сколько достоинств. Широкая пройма. Все дышит. Тонкий поясок, который вы можете завязывать. И за счет это вы можете сделать тунику. Вот сейчас, Марина, завяжи немножко потуже, поплотнее, и я покажу, что вы можете сделать тунику с напуском. Это же другая модификация. И так, как выбираю я для себя. Вот у меня, например, смотрите, я завязала и сделала с напуском. Вот, пожалуйста, это вариант. И то же самое сделала Марина. То есть хотите, можете сделать напуском. Хотите сделать ее подлиннее, то есть сделать посвободнее завязку. А еще плюсом, что пояс никогда не потеряется, потому что он пришит с одной стороны. Итак, туника
классическая форма, прямой крой, свободный, дышащий материал, ткани таких расцветок, что на вас будут просто поворачиваться и рассматривать и мужчины, и женщины. И ваши подруги, конечно же, будут делать вам массу комплиментов.